Обманывать простых людей могут и должностные лица. Так, в Иркутске суд вынес приговор экс-начальнику отдела управления по вопросам миграции регионального МВД. Доказано, что женщина получила несколько взяток в крупном размере. Еще в 2022 году руководитель отдела миграции помогал иностранцам получить российское гражданство. А именно, женщина незаконно оказывала содействие в прохождении собеседования на носителя русского языка. За это новым гражданам пришлось платить в карман бизнес-леди в погонах. В итоге правоохранителям удалось доказать 9 фактов финансовых преступлений. Общая сумма взяток превысила 1 миллион рублей. Во время разбирательства экс-руководитель отдела миграции активно сотрудничала со следствием. Суд принял это во внимание и приговорил женщину к 7 годам. Лишение свободы условно. Также она заплатит 1,5 миллиона рублей штрафа и не сможет занимать определенные должности 8 лет. На этом расследование уголовного дела не завершено, так как в нем фигурируют еще 6 человек, которые вступили в сговор с бывшим руководителем. Подсудимая вместе со своей коллегой из корыстных побуждений создали организованную группу, где незаконно за денежное вознаграждение обеспечивали получение иностранными гражданами по упрощенной процедуре сертификат на знание русского языка.